стоит. Смотрите, как. Так, точно стоит? Не упадет? Не, не падает. Классно. Ну, правда, такого количества гвоздей. Точка как бы опоры большая, но тут минус в чем? Минус в том, что у них большая длина. То есть сильно высоко стоит диск, поэтому с наба куда-то сломать их. Мы так думали, это будет очень просто, но по факту вот все стоит. Ну что, заводим и пробуем прокатиться. Погнали. Ну, поедемте. Потихоньку. Давай, 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 давай. Едет, смотрите, как хорошо-то, а? Ну как хорошо? Чувствую, зацеп есть. Но скорость маловато. Ого-го-го. Ямка. Не сложится. Хорошо держишь, зря я боялся. Смотри, прям как, а? Вообще без проблем. Так. Чё? Так что срадился на поворот? Или я руль боюсь поворачивать до конца? Я в шоке, как они держат. Они держат вообще отлично. Как замечательно, смотрите. Хоп, хоп. Все выдерживает, все здорово. Казалось бы, такая длина, должно ломать их куда-то на бок. Нифига, все работает, все просто четко. Так, сейчас попробуем заехать куда-нибудь в сторонку, в травку. Да, наверное, я туда не поеду. Ой, уже там дрынь-дрынь, прихрамывает маленько левая сторона. Это нормально. Так. Повороты держит, хорошо. Ну все, даю в копыть. Вот это был номер. Все, у меня что-то с левой стороны все захромало. Мы подогнулись сразу. Согнулись сильно? Ну да, легли. Легли? Нифига себе, аж дверь открылась. А теперь поедем с места. Ох, ее сейчас колбасить будет. Она еще и не тянет. Так. Это похоже, знаешь, на кого? Ой. Как он? Дикобраз. Дикобраз идет такой, типа ежик с длинными иголками. Его погладили, они у него такие ласковые, пинка как дал ему, блин. А здесь, похоже, количество гвоздей было больше. Они наварены плотнее, и поэтому она выдержала. В смысле, согнулась, но не так сильно. Так, еще раз смотрим сюда. Да, совершенно верно. Здесь у нас расстояние между гвоздями чуть-чуть больше. Здесь, наверное, миллиметров 15. А с той стороны
миллиметров 10, ну, между гвоздиками. Вот эта плотность, вот она все и решила. Ну, это я начинал варить плотненько все, чик-чик-чик-чик-чик. А там, пацаны, они же все быстрее и быстрее, ха-ха-ха. Ну, вот, ребят, значит, эксперимент наш, ну, удачный. В любом случае, гвозди держат, все нормально. А конкретного льда пока нет, но они хорошо гребут, честно вам скажу. Они цепляются, блин, они пытаются тачку потащить вперед, но при этом гнутся слабенько. Надо толстые железнодорожные костыли. А вот и идея для следующего ролика.